Заявление в милицию завершилось драка в одном из ночных клубов столицы в ночь со вторника на среду. Так, по словам потерпевшего, потасовку затеяли молодые люди в возрасте примерно до 21 года. Причиной послужил банальный толчок в плечо. Стычка вылилась в массовую драку в заведении, а затем уже на улице. Прибывшая на место происшествия патрульная милиция успела задержать двоих подозреваемых, которые, по словам потерпевших, стали зачинщиками потасовки. Патрульные милиционеры доставили подозреваемых в Первомайское отделение милиции. Потерпевшие написали заявление по факту нанесения телесных повреждений. Один из них рассказал нашей съемочной группе о том, что произошло в кафе. Сегодня приехал с друзьями в кафе «Охота на овец». Где сидели, мы отдыхали, да, у нас четверо было. Нормально сидели, никому не мешали. Просто чего я один направился в уборную по дороге, толкнул парень меня. Не обратил внимания, по телефону разговаривал. Дошел до уборной, мне кто-то сзади, да, за спиной. Развернул, сразу головой бьет. После удара головой сразу рукой ударил. Потом кто-то еще рядом был, начали вытягивать на улицу меня. По дороге друг увидел. На улицу вышли, и сразу трое или четверо. Драка завязалась. От них отвязались, начали забегать. СБшники начали пускать. С чего забежали, позвали друзей, на улицу вышли. Друг хотел поговорить. Мы все хотели поговорить, что вообще, в чем причина. Вышли, друга начали избивать. Начали помогать. После чего друга кое-как вытащили, в кафе завели. Потом наряд милиции приехал. Сотрудники патрульной милиции сообщили, что в отношении зачинщиков потасовки, возможно, заведут уголовное дело. Сегодня при несении службы нам поступил вызов по адресу Пушкина Тынстанова в кафе «Охота на овец». Драка. По приезду к нам обратился с заявлением гражданин, которого избил другие граждане. Вот, после чего были доставлены в РОВД Первомайского района.